Сегодня нет никакого сомнения, что как повод для введения военного положения на территории Российской Федерации будут проведены провокации в виде террористических актов против гражданской инфраструктуры, возможно, против детских учреждений, возможно, против жилых домов. Кроме того, возможны провокации с взятием заложников, с заявлениями террористов, которые возьмут заложников, о прекращении войны в Украине. Это будет все названо провокациями националистов, бандеровцев, с целью вызвать гнев, ответную реакцию гражданского населения и найти повод для дальнейшего закручивания гаек и введение военного положения с целью проведения дополнительной мобилизации воинского контингента. Этим же будет оправдано возможное применение тактического ядерного оружия против одного из городов Западной Украины. Я считаю, что если страны НАТО не готовы закрыть воздушное пространство над территорией Украины, то сделать контрзаявление по возможному применению оружия массового уничтожения на Украине они просто обязаны. Иначе они проиграют эту политическую партию, а вместе с ней проиграют не только Украину, но и всю Европу. Я призываю продвигать это видео. Я призываю ставить лайки и подписываться на канал, чтобы как можно больше людей могли услышать слова правды, слова предостережений, а не только бессмысленную словесную жвачку, которую выдают псевдо правдивые кремлевские протеже, получающие каждый день сотни тысяч и миллионы просмотров. Спасибо.